Знаєте, Славутич росте, він процвітає. Але в мене є можливість проанонсувати колосальну зміну, яка вже трапиться цього року. І я хочу сказати, що цей особливий подарунок місту від народного депутата України Ярослава Москаленка. Поле, яке буде однозначно виховувати нових чемпіонів України, Європи і, мабуть, світу. Минув майже рік, а подароване штучне покриття за сприяння народного депутата Москаленка так і не зайняло почесне місце на центральному стадіоні. Ця грандіозна подія не відбулася. Що ж завадило? Вирішили поцікавитися в директора управління з розвитку фізичної культури, спорту і туризму. Вопрос, скажем, не совсем корректный в плане, не совсем по адресу. Дело в том, что в связи с появлением управления капитального строительства в городе Славутич подобные объемы, то есть функцию главного заказчика с УФКСТ, ну, из коммунальных предприятий они сняты, то есть капитальным строительством занимается управление капстроительства. Ну, информация поверхностно владею. Значит, ситуация в том, что поле требует достаточно серьезных вложений, это ориентировочно 13 миллионов гривен. Значит, естественно, в городском бюджете таких денег нет, и на фоне сегодняшней составляющей это исключено. Но эта сумма заложена в бюджет развитку инфраструктурной Цхаята. Значит, и эти деньги, они существуют в природе и в Киевской державной областной администрации, они есть. Но на сегодняшний день, насколько мне известно, и как говорил Юрий Кириллович, ни копейки из этих денег еще никем не освоено. Насколько я понимаю, это ни Иванков, ни Славутич. И, ну, наверное, судя по событиям, которые сейчас происходят в стране, когда это будет, неизвестно. Хотя по графику мы должны были в апреле уже, в принципе, начинать физические работы, то есть выйти на торги, определиться с подрядчиком и уже начинать физические работы. Но, к сожалению, без подтверждения финансового мы эти работы проводить не можем, торги соответственно. Так что сидим, ожидаем. Сейчас задержка только в Киевской держадминистрации. Как только будут поступать деньги, сразу же без промедления. Есть проект, он прошел экспертизу, так что, в принципе, все в силе. Оборудование завезено, лежит, ждет своего часа, то есть само покрытие. А физические работы, здесь достаточно сложный проект, в том плане, что будет выниматься полностью весь этот грунт, делается новая подушка из разной фракции, щебни, глиняный затвор, система дренажей и так далее. После чего уже укладываться искусственное покрытие. Примерно так. Ярослав Москаленко, депутат Украины, подарил нам само покрытие, насколько я знаю. Что сейчас, где оно находится? И говорят, что если в течение года там его не положить, то его могут забрать обратно по гарантии, и все, на этом как бы конец этой истории. Мне кажется, не совсем так. Значит, покрытие подарила, опять же, Киевская обладминистрация по программе «Киевщина спортивная». Ну, за участью депутата Москаленко, да. Покрытие действительно мы получили. Оно находится на нашей территории, на конно-спортивной базе в полном объеме. Значит, помимо самого покрытия, еще и комплект оборудования. Это ворота, лавочки запасных и так далее. То есть, ну, практически весь комплект. Вот, лежит оно все в целости и сохранности. Значит, по поводу отъема у нас этого оборудования пока официальных данных не было. То есть никто не говорит, что у нас его собираются забирать. Но я очень надеюсь, что финансирование все-таки начнется, и до конца года мы его все-таки сделаем. Так что сомневаюсь еще раз, что у нас кто-то его заберет. Тоже одна из версий, что не могут найти подрядчика, у которого есть подобный опыт, ложить. Это правда или нет? Нет, подрядчиков достаточно. Дело в том, что подрядчиков ищем не мы, а ищет Прозора. То есть это открытый конкурс, потому что сумма, естественно, запороговая, и никто не имеет права такую сумму осваивать без системы Прозора. А в стране таких подрядчиков достаточно. По примеру Чернигова я сам ездил, наблюдал за процессом строительства нового поля, где сейчас Десна занимается. Значит, там работало несколько подрядчиков. Если я не ошибаюсь, там из Днепропетровска, еще откуда. То есть одни занимались подготовительными работами самой подложки, значит, другие занимались непосредственно укладкой самого покрытия. То есть это предприятие, которое специализируется на этой работе.
И третьи уже занимались непосредственно благоустройством самого поля. Так что, скорее всего, наверное, это будет примерно так же. Окрім питання штучного поля, поцікавилися ще й про подальшу долю аварійних трибун стадіону, які вже давно потребують реконструкції. Без денег, к сожалению, никто ничего делать не может. Да, есть экспертный висновок. Действительно, споруду признали аварийной. Эксплуатировать мы ее не можем. Решение есть по полной реконструкции. То есть его необходимо разбирать. В принципе, на, опять же, соседний город Чернигов, там они прошли практически эту процедуру. У них на центральном стадионе была точно такой же проект, точно такая же картина. Они его демонтировали, сейчас возводят практически новое здание. Желание такое есть и у нас, и у градоуправления. Есть желание привести это все в порядок, но, к сожалению, бюджет Славутича, подчеркиваю, вытянуть это не сможет. Это очень серьезные деньги. И выходим с программами по развитию спортивных споруд. Есть украинские программы общегосударственные, куда включаем и бассейн «Дельфин», и трибуны. Ну, все будет зависеть от выделения денег. То есть, если мы выигрываем это финансирование, там тоже, так сказать, конкурсная основа, и отдают определенные приоритеты. Опять же, 100% никто финансировать не хочет. Есть такое понятие, как софинансирование, то есть процентом отношения. Сколько это должен заплатить город, какой-то процент от общего объема работы, и какой-то процент оплачивает государство. Когда этот вопрос будет решен, честно говоря, просто не знаю. Хотелось бы, конечно, быстрее, потому что это очень болезненно наблюдать за этой процедурой. И мне хотелось бы, чтобы наши сооружения все работали в полном объеме, пользовались люди, гости. Ну, к сожалению, без денег сделать ничего не можем. А проект серьезный и весьма дорогостоящий. О какой сумме идет речь, в частности, ну вот именно про трибуны? Не могу сказать, потому что есть проектная документация на трибуну, но сметной документации не видел, не скажу точно. Отож, все можливо за умови наявності коштів. Сподіваємося, місцевій владі вдасться знайти гроші, і найближчим часом славутичани отримають новий, оновлений, сучасний стадіон. А вже на наступному тижні ми розкажемо про стан фізкультурно-оздоровчих комплексів міста. Слідкуйте за новинами на нашому каналі.